Королевская лодка тихо причалила к замковой пристани. «Принцесса, мы прибыли в замок». «Профессор Тот, она уже не принцесса». «Хо-хо-хо-хо, и впрямь. Мне придется называть вас королева Гарнет после коронации. Я займусь подготовкой к церемонии. Генерал Беатрис, мастер Штайнер, вы поможете ей?» «Принцесса, прошу вас». Многое изменилось, друзья. Гарнет готовится к коронации. Мы помним ее последние слова, которые она сказала на могиле Браны. «Я стану великой королевой». Хороший настрой. Но ей, конечно же, нужно много мудрости, которую можно частично получить от профессора Тота, много поддержки, которую можно получить от Беатрисы, от Штайнера. Она обращается к нему. «Профессор Тот, принцесса, я понимаю, как вам тяжело, но я всегда буду рядом с вами, так что смело садитесь на престол». Такие нужные в этот момент слова для Гарнет. Когда человек юн, даже если он решителен, для него очень важна помощь старших, зрелых, мудрых людей. Профессор, конечно же, такие вещи понимал и помогал принцессе. Ну а мы с вами, друзья, начинаем следующую часть Final Fantasy. Это третий диск. Третий, самый большой диск, самый насыщенный, самый открытый. Так что это мой любимый диск. Послушаем рассуждения Штайнера. «Осталось 3 дня до коронации. Ну и денек». Зидан просто бухал в местном трактире Александрии. 100 лет не виделись. А чего это мы такие кислые?» «Что стряслось?» «Может, Даггер его бросила?» Зидан не отвечал, просто смотрел в одну точку. Его друзья даже разволновались. Посмотрите, они окружили его со всех сторон, но он вообще не реагирует. «Точняк!» «Ты совсем на себя не похож, Зидан!» «Эй, Руби! Слышал, ты открыла мини-театр!» «Да, дорогуша, мои пьесы просто огонь!» «Круто, пошли заценим!» «Погнали!» «Отлично, мальчики!» «Зидан, ты не идешь с нами?» «Ах, ладно, приходи, когда будешь в настроении, солнышко!» «Идем, ребята!» Зажигающая Руби повела почти весь Танталус за собой. «Идите за мной!» Зидан никак не среагировал. «Ой, простите!» «А? О, Виви!» «Здравствуйте!» «Я не видел тебя с тех пор, как вы сбежали из дворца. Как дела?» «Ну, много всего случилось, но я в порядке. А вы как? Что делали после побега?» «Я... дай подумать. А, да, была такая суета после того, как вы сбежали. Железяка, эта девушка-крыса, Фрея и... как там ее? Генерал Александрии. Беатрис. Да, точно, этой троице пришлось очень туго. Мы с Маркусом несли их на себе. Маркус? Пойдем уже, а то Руби опять психанет. Да, она бесится, когда мы опаздываем. Прости, Виви, нам пора. Еще свидимся». И вот мы снова в Александрии, снова за Виви. Приятно вернуться сюда, безусловно. Настроение Зидана, конечно же, тоже можно понять. Гарнет становится королевой. Это означает, что ему, может быть, вообще больше не будет разрешено находиться рядом с ней. Ведь как на это могут отреагировать все жители Александрии? Или как на это могут отреагировать приближенные, высокопоставленные лица государства? Может быть, Гарнет и не хочется что-то им об этом объяснять. В общем, сейчас чувства Зидана очень хорошо понятны. Так, хорошо. Теперь мы снова в Александрии, друзья. Нам снова нужно исследовать все. Здесь прибавятся еще мини-игры. Часть будет сегодняшняя насыщенная. И можно будет со всеми в карты поиграть. Давайте все осматривать заново. Какие-то вещи, возможно, будут повторяться, но в любом случае я осмотрю все на предмет каких-то изменений. К Зидану я пока не иду. Вот, например, здесь магазинчик. На двери висит записка. Прочесть записку. Да.
Прощай, Александрия. Прошло 3 года с тех пор, как я переехал сюда из Трена. Я открыл новый бизнес, подающий надежды, но жители города не приняли меня. Почему? Почему я не могу продавать в Александрии товары Аглопа? Александрия все еще провинциальный город. Быть может, мой бизнес слишком скучный для этого места. Я уезжаю в Линдблюм. Возможно, там мои мечты сбудутся. Здесь без изменений. Пойдем в самое начало города. И получаем первый Active Time Event. Вот это домино. Давайте посмотрим. Эйко со всей уверенностью шагает в королевский замок. Ух ты! Какой домино! Надо глянуть, что там внутри. Мы готовим вкусную еду. Эй! Пахнет вкусно. Ты голодна? Ты очень голодна? Она второй раз утвердительно кивнула. Ты невероятно голодна? Очень жаль. И они убежали. Издеватели. Эти трое можно просто назвать группой издевателей. Так, стоять. Ага! А если мы вернемся на этот экран? Да, здесь тоже экшен теперь. Когда я вырасту, то стану такой же сильной и красивой женщиной, как принцесса Гарнет. Она еще не женщина. Люди не очень жалуют рыцарей Плутона, но по мне, они классные парни. Я хочу присоединиться к ним и завоевать уважение города. Бабушка сказала, что она сошьет платье для Илии, но она шьет его уже целую вечность. Это было еще когда мы только начинали. Столько всего произошло, а бабушка потихонечку шьет платье. Но одна старенькая старается. Можно понять. У меня нет работы, если в городе ничего не происходит. Скажи, если кому-нибудь понадобится экскурсия. А еще я играю на трубе. Точняк. Сыграй еще разочек. Да, ну это, конечно, не Корнет из Рапсодии, но тоже ничего. Бар «Утренняя звезда». Только сегодня особое предложение, наш фирменный коктейль «Ее Величество». Может быть, Зидан именно его пьет, вспоминая от Даггер. Ну давайте зайдем к нему. Эта поза просто бесподобна. Он даже не повернулся на входящего Виви. И даже когда тот подошел, не оторвался от точки, в которую смотрел. Вы друг того парня, что сидит за столиком? Кажется, его приятели ушли в мини-театр. Его открыл бывший владелец этого бара и девушка по имени Руби. Руби владела этим баром? Вот это да. Я как-то раньше не обращал на это внимания. Теперь у нее и бар, и театр. Нет, бывший владелец. То есть она, видимо, продала бар, чтобы заняться театром. Творчество – это хорошо. Вот тут еще завсегдатай бара. Это поймут только те, кто смотрели Black Mirror на канале. Вчерашняя пьеса была восхитительна. Я так рад, что сделал афишу для нее. Это мастер вывесок Данте. То есть как классно, видите, проработали даже... Жителей интегрировали в общий сюжет. Есть мастер вывесок. Они дают уместные комментарии об этом. Это супер. Так, теперь, друзья, отправимся сюда. Посмотрите, какой чудесный день в Александрии. Светлый, теплый. И все здесь пока что отлично. По-моему, новая королева слишком юная. Лично я думаю, что генерал Беатрис лучше подошла бы на роль королевы. В городе все только и делали, что говорили о предстоящей коронации. Но еще бы такое событие. Эта маленькая королева уж больно много хочет. Я хотел стать солдатом, когда подрасту, но если мне придется мириться с этим... Она их тут просто поработила. Можно с тобой поговорить?
Я королева. Мое слово закон. Что такое закон? Так и играют местные дети. И вот наша просто удивительная пара. Мама Гипполеди и ее сын. Мой сынишка слишком много играет в карты. Ему нужно встряхнуться. Не хочешь побегать на перегонки с Гипаулем? Спасибо, не хочу. Думаю, пробежка и тебе бы не помешала. И вот здесь, друзья, мини-игра, вызывающая артрит. Мы сейчас в ближайшее время будем его вызывать в моих пальцах. Я не люблю бегать. Видите, у него уровень 1. Здесь написано разряд 1. Но я все-таки левел бы писал, честно говоря. Ну, в смысле, уровень. Левел лучше перевести как уровень. Но это мое мнение, друзья. И давайте сейчас проиграем, посмотрим, почему бы и нет. Приступим. Что она скажет, когда мы проигрываем? Когда я скажу марш, жми попеременно X и B. На старт. Внимание. Марш. Вначале он бегает очень медленно, и обогнать его вообще не составляет никакого труда. Вот тут ребята контролят, по бокам стоят. А королева в конце на финише. Гипауль так своей отъеденной попой виляет. Смешно. Задница тяжелая, сейчас мы поможем ему сбросить это все. Ух ты, мой сын теперь отличный бегун, и все благодаря тебе. Так, мы вернемся. Мы сейчас сходим еще на предыдущий экран. Также зайдем к бабушке, которая шьет платье. Платье для Ильи еще не готово. Помните, как Виви очумел от этого ковра? Сейчас на него уже нельзя посмотреть. Но вообще очень классно в финалках. Я обожаю через время возвращаться куда-то, видеть, как поменялись какие-то события в том или ином городе. То есть, живая жизнь в игре очень хорошо реализована. И поискать что-то новенькое, я думаю, мы сейчас тоже тут с вами отыщем. Что-то и что-то хорошее. Так, выходим на площадь перед выходом. Интересно, парень и девушка, которые вон там стоят, встречаются? Интересно, да? Ты думаешь, принцесса Гарнет влюбилась? Виви ничего не стал отвечать, так как был мудрым. Но, конечно, он со стороны не мог не заметить, как зародились и как начали развиваться чувства между Зиданом и Гарнет. Так. Я так рада, что у нас снова есть королева. Александрийские мужчины не годятся в короли. Выйти нам, конечно же, не разрешат. Хотя Виви, такой малыш, который, наверное, уже половину, а может и всю армию этих рыцарей Беатрис положит. Но эти врата ведут за пределы города. Выходить одному за пределы города опасно. Ну, хорошо, что хотя бы не говорят детям. Нельзя выходить, раньше так говорили. А потом, позже, когда будем за Зиданом, мы сможем выйти и посмотреть на карте мира, что там у Александрии. Тем более, на этом континенте исчез туман. Статуя героини. Эта статуя воздвигнута в честь генерала Мадлен, отважной девушки, которая сражалась в 9-ю Литблюнскую войну в 1389 году. В возрасте всего 13 лет Мадлен сражалась против армии Линблюма, имея лишь 9 солдат в подчинении. Она умерла в 1401 году в расцвете своих сил. Так. Вот так отлично, теперь дальше. Он сказал, что встретимся здесь, но что-то он опаздывает. Она опаздывает. Может, она меня бросила? Вот такая встреча у памятника. И такое бывает. Такое вот... Реально казус может случиться с обычной жизни, когда парень с девушкой приходят в одно и то же место и вот так вот не видят друг друга. Виви, к сожалению, не может их свести и сказать, что они тут рядом с друг другом стоят.
Но этот момент... Вот мелочь, казалось бы, да? Мелочь. А насколько это делает хорошей все равно игру? Лучше. Лучше, чем если бы этого не было. Да. Так. Теперь пойдем побегаем. Побегаем. Я вот с утра сегодня уже побегал. И отличное было утро, такое свежее. Но у меня тут просто дорога сейчас такая вдоль реки, специально для бега. Вдоль реки, природа, там не бегать просто это преступление. Как и не бегать преступление в Final Fantasy 9, не выкачивая Гипауля до последнего уровня. Ну что ж, приступим. Бегая, мы можем получить ряд наград, и сейчас мы будем это делать. Я надеюсь, у меня за раз получится прокачать его до максимума, хотя пальцы тоже, конечно же, не как у робота. Ну, вначале все просто, первые победы будут даваться нам легко. И джойстик даже не будет пока так сильно хрустеть. А дальше... Дальше он будет дымиться просто. Как и я. Давай-давай, шевели булками. Виви победил. Очень хорошо. У него теперь уровень 5. И я не люблю бегать. Придется. Выработаем тебе эндорфины. Будешь веселым. Ну, ты и так веселый. Будешь еще веселее. Виви победил. Мой Гипауль выглядит получше. Вот, держи. Спасибо, что пробежался с ним. Новая карта Wired. Но нам не нужна. У нас есть Wired, прокачанный до ранга А. Также я получил Гарганта, но пока что его не прокачал еще. Зато прокачал, например, Линдблюм до ранга А. Вернемся еще к картам. Здесь много времени нужно будет уделить картам. И я помню, что вам понравилась часть с картами, поэтому поиграем. А пока... Качаем Гипауля. В эту мини-игру можно сыграть только сейчас. Если мы двинемся по сюжету дальше, больше вернуться к ней будет нельзя. Поэтому очень важно получить все награды здесь, сейчас, в данный момент. Так. Получаем трупный червь. Кажется, у меня получается. Так, а я не спросил его тогда между 10 и 20 левелом, да? Хорошо, уйдет подшивку. У него меняются диалоги. Ой, сынишка слишком много играет в карты, ему нужно встряхнуться. Приступим. Что ж такое? Не останавливайся, Виви. Чё ты спотыкаешься? Если что, буду на клавиатуре бегать. Может быть, там будет удобней. Надо выкинуть ненужную карту. Приступим. Гипауль выглядит получше, вот держи. Спасибо, что пробежался с ним. Карты все лучше. Откуда у этих двоих всегда такие крутые карты? Давайте ваше предположение, друзья. Так, кстати, пока я бегаю здесь, кажется, у меня получается. Напомню всем, что рубрика «Чаепитие» возвращается на канал. И
те, все, кто писал мне о том, когда же она будет снова может в ней поучаствовать. Но я думаю, вы уже видео на канале об этом видели. Если не видели, друзья, то оно есть. Посмотрите в разделе видео. И, пожалуйста, участвуйте. Я буду рад с вами попить чаю, поговорить об играх. Всегда это доставляло только приятные ощущения. Очень хорошо. Кажется, у меня получается. Так, хорошо, давайте я попробую положить джойстик на стол. Сейчас будем вот так, в таком формате попробуем. Подключил вторую руку уже, но пока все еще просто. В конце будет, конечно, ад. Но по сравнению со скакалкой, это просто детский лепет. Армстронг. Вот такую карту она теперь дала. Может, у меня и правда получается. У него уже 40-й левел. Армстронг тоже у нас есть. Поэтому выбрасываем. Опять же, вот, представьте ее чувства. А вот, сынишка очень много играет в карты. Может быть, он все эти крутые карты где-то повыигрывал. Представьте ее чувства. Она отдает карты в награду, в благодарность. Виви просто берет их и рвет у нее просто на глазах. При этом говорит, да, я буду дальше бегать, его учить. Так. Ну, три карты уже порвали. 41-й левел. Так, ну-ка давайте я попробую, какие тут кнопки на клавиатуре. Вот эти вроде, да? Да. На клавиатуре попроще, правда. Расстояние между кнопками побольше, если двумя руками, то легче. Заметьте, что у него вначале на один левел качнулся, а потом до 45-го. Интересно, это связано с тем, насколько хорошо Виви пробежал. То есть, если я от него сильно отрываюсь, то у него качается 5 левелов. А если нет, то один. Просто дальше у него всегда по одному там уже под конец качаться будет. Но я сейчас задумался, может, есть связь. Новая карта — лента. Может, у меня и правда получается. Так. Между некоторыми уровнями реплики одинаковые, так что, может, в подшивке ничего не надо будет показывать. Но я это в любом случае проверю. А вот наша новая карта — лента. Атака нулевая, но зато очень сильные показатели защиты. Отлично. Такой комбинации стрелок вроде нет еще. Так, хорошо. Далее. Сломанных клавиатур из 100. Виви победила. Очень хорошо. 55-й. Это очень хорошо. Мой гипауль выглядит получше, вот держи. Спасибо, что пробежался с ним. Нова дракон. Еще одна новая карта. Во. Тут уже атака очень сильная. Она физическая, но когда мы ее сделаем Эй ранга, вот это будет сильнейшая карта. И комбинации стрелок такой тоже вроде бы у нас нет. Отлично. Так, а я с ним не поговорил. Давайте проиграем. Стой. Стой, толстозадый. Эх, Гипауль победил. Ух ты, мой сын теперь отличный бегун. И все благодаря тебе.
Давай как-нибудь еще побегаем. А? Раззадорили. Побегаем, побегаем. Под конец он особо начинает поднажимать, и дальше будет это только туда со старта вырываться и потом держать. Дальше это будет только усложняться. Так, 65-й, да? Почему бы и нет? Новая карта Гензи. Давай как-нибудь еще побегаем. Давай повеселимся. А карту Гензи порвем. Это нам выдали. Это у нас была. У нас помощнее. Эту, конечно, тоже можно качнуть. И в том числе характеристики защиты. Но у нас все есть. Так. Виви победил. Сколько уровней качается? О, 5 качнулось. Это хорошо. Музычка классная. Заметьте, не такая музыка, как была в начале в Александрии. Снова победил. Один уровень. Да, видите, один уровень качнулся. То есть, видно, нужно сильно от него оторваться, но с каждым разом это сложнее. Или, может, нельзя запнуться. Не знаю даже. Все по одному. Качать по одному. Ой, может быть, немножко потом пойдем походим, я передохну. Прожмите столько же лайков, сколько сейчас было нажатий, пожалуйста. Так, давай еще. Это значит 78 у него уже. Семьдесят девятый, да? Давай, давай, давай. Королевский атлет. Мы получаем ключевой предмет. Королевский атлет. Я всего лишь хочу порадовать мамулю. Зови меня трусом, но только если сам не трус. Гипауль. Такой вот ключевой предмет, который останется с нами до конца. Давай как-нибудь еще побегаем. Давай, давай. Все, все награды мы получили. Но раз побегать можно, давайте побегаем, покачаем его еще. Качается по уровню, ну да.
микрофон еще мешает. Я, если будет не получаться, потом уберу его в сторону, пока не закончу мини-игру. Японцы были бы не японцы, если бы не делали такое в играх. Еще, кстати, да, есть еще одна тактика у меня. Сейчас я попробую. Учитывая мою практику долгой игры на баяне, можно джойстик вот так взять, вот так вот боком, как будто это клавиатура баяна. Сейчас попробую баяна попробовать боком поперебирать. Да, работает. Фу, не аж душно уже. Да. Так. Меняем позы. Позы менять — это хорошо. Тут чуть-чуть пальцы передохнут. Переходим на клавиатуру. Ну что ты там? 88-й уже. Погоди, погоди, погоди. Виви тут вообще должен получить золотые кубки за любые виды спорта в Александрии. И за бег, и за прыжки. Какой хороший молодой человек, да, Виви? Спортивный. Сейчас начались самые сложные забеги после 90-го. Вот у него уже 91-й. Что ты там говоришь? Давай как-нибудь еще побегаем. Ой, сбился. У меня уже, правда, устали пальцы. Thank you.
А еще вас в этом прохождении ждет еще одна мини-игра, которую вряд ли видел даже самый заядлый финальщик. Я чуть позже объясню почему. Так. Разговорился с одним из зрителей, как он проходил эту мини-игру. Он говорит, да, я на эмуляторе просто замедлил и спокойно пробежал. Ну, даже неинтересно, даже пальцы потом болеть не будут. 98 уровень уже. Сейчас у него 99-й. Бежим еще. Сотый. Дальше не качается. Мы прокачали Гипауля до максимума. Фух. Ну что, теперь дальше пойдем. Пойдем дальше. Тут мы со всеми поговорили. По кругу давайте оббежим, посмотрим. Я знаю, что никаких новых предметов здесь нет. Но... Финалка такая игра, знаете, проходишь раз, проходишь два, проходишь три, пробегаешь по одним и тем же местам, нет предметов, на четвертый раз проходишь, бах, нашел еще что-то. Девятое не исключение. Так, ну что вы тут? Нет, да какой приступим? Ну ладно, я хотел нажать нет. Хватит. Очень хорошо. А теперь спасибо, нет, не хочу. Ой, пробежка и тебе бы не помешала. Я в отличной форме. Благодаря Гипаулю. Пробежка, конечно, в реальной жизни никогда не мешает. Тем более, как я уже сказал, по такому месту сейчас, как, какому можно бегать. Ну, я вот в инсту выкладывал историю, собственно. Те, кто там подписаны, видели. Идем дальше. Так, с Зиданом все понятно. Вот тут девочка пробегает. Мы с ней говорили вроде бы, но... Еще раз сейчас ее поймаю. Да. Да, я ей сделал замечание. Дальше. Следующий Active Time Event. Давно не виделись. Давно не виделись, давно не виделись, давно не виделись. Где ты был? Мы волновались. Простите, я тренировался. Тренировался? Да, тренировался. В чем? Расскажи нам. Это... С ними тоже у нас будет игра. Бегать так весело. Троллит. Мелкий, а троллит уже. Подожди! Я хочу сыграть с опытным игроком. Я вернусь к тебе. Понял тебя. Сыграем. Обязательно. Лавка предметов Дуга. Зелье, противоядие, пух феникса в лавке Дуга найдется все. Ну как все? Вот кусок пемзы найдется в лавке Дуга. Хотя это не...
микстура, так сказать, не зелье. Добро пожаловать. Ну хорошо, эликсир. Эликсиров нет. Смотрим, что нам не достает. Всего достает. Даже нужно попродавать немного. Попродаем, давайте. Нужно будет продать там передоты. Но то пока выбивал эту карту Гарганта и прочее. 99, по-моему, уже нафармил. Ну да. Они продаются за бесценок, ну просто чтобы еще помещались. Так, что у нас по деньгам? 1,5 миллиона, 20,357. Позже приду к тебе, поиграем в карты. Надо сохраниться и потом идти уже играть со всеми. Active Time Event. Все у него получится. Что-то Зидан совсем расклеился. Ага. Подумай сам. У него раньше не было серьезных отношений. Он, небось, даже не знает, как себя вести в таких делах. Я тебя умоляю, он запал на принцессу. Он реально думает, что у него с ней что-то выйдет? Уверен, он и сам об этом постоянно думал. Вот почему он сейчас в таком состоянии. Да уж, выглядит он паршиво. Увы, с этим ему нужно разобраться самому. Но это сделает его только сильнее, вот увидишь. Друзья не забывают о Зидане, они молодцы. И следующая Артемицей. Или Артемицей. А, это вот его так перевели, посмотрите. Какой прекрасный мугл. Уникальный. Простите, что заставил вас ждать, ребята. Стилскин, привет, давно не виделись. Привет, Артемиций. Почему твоя шерстка такого странного цвета? Впрочем, это не мое дело, слушай, ты ведь исправно доставлял почту? Конечно. Ты уверен, что не доставил письма, что ты доставил письма всем моим друзьям? Само собой, ты отправил 6. Да, верно. Видите, какой ответственный почтальон. И, друзья, посмотрите, пожалуйста, налево. Что мы здесь видим? Того, что вы, должно быть, не видели. Здесь у нас ждет еще одна мини-игра. Восстановленная мини-игра. Этой мини-игры не было в оригинальной игре, однако она была в файлах игры. И Артур со своими ребятами, тот, кто делал перевод, смог ее восстановить в каком-то виде. И мы сейчас ее, конечно же, испытаем. Куда же убежал мой сын? Вечно он где-то со своим котенком пропадает. Ты здесь тоже для того, чтобы увидеть новую королеву? О, уверена, принцесса Гарнет отлично справится. Там был вопрос о принцессе. Я выбрал первый вариант, само собой, и это хороший вариант. А второй... И сам вопрос я покажу вам в подшивке и прочитаю. Может быть, я немножко тут перекласывал. У меня просто еще от бега, после бега, понимаете, вот руки трясутся, как у алкоголика. Так. Много всего произошло во время правления Браны, но в целом это были хорошие времена. Поэтому я сделала венок из роз на ее могилу. Вот. То, о чем я говорил. Помните про мастера вывесок? Вот и цветочница, которая делала тот венок, он очень красивый получился. Посмотрите, как изменилась главная площадь с момента нашего первого посещения, когда сюда прилетал корабль театра. Так, а вот тут орган
прямо на центральной площади. Интересно, кто на нем играет? Это должен быть очень высокого уровня специалист, потому что когда он тут касается клавиш, весь город наполняют звуки. Это должно быть красиво, величественно, но очень ответственно. С его стороны, трое героических рыцарей Плутона. Этот монумент воздвигнут в память о трех рыцарях Плутона, которые храбро сражались в 15-ю Линдлюмскую войну в 1601 году. Так, прошвырнулся по магазинам, да, начнем. Чем могу служить? Посмотрим, что можно здесь синтезировать. Есть еще рунный зуб, который можно сделать, потому что у нас 4. Вот новый предмет — благословение ангела. Оружие с обитающим внутри духом ангела. Причиняет замешательство. Можем сделать 20-ку. Отлично. Делаем по традиции. Ну давайте все предметы посмотрим сейчас, чтобы знать, на что нам еще нужно расходовать предметы, а потом сделаем. Так, это у нас есть. Мантия волшебника. Можно сделать одну. Так. Силовой пояс. Ну, для этого нужна стеклянная пряжка. Давайте сделаем пряжку. И теперь пояс. Кольцо отражения. Нужен ножной браслет. У нас его нет. Кольцо, которое отразит почти любую магию. Ножной браслет вот. О, передоты пойдут в ход. Неплохо. Также сапоги с пером. И черный пояс. Нужна плетеная повязка. В общем, да, есть новые предметы. Начнем их сейчас делать. Вначале один рунный зуб. И 5 благословений ангела для Зидана. В Моровинде было 4 благословения сэра, а здесь 5 получилось. Так. Давайте ножной браслет. Он сюда будет нужен. То есть нам по факту их 10 надо. Мы можем сделать только 5, потому что у нас вот этих золотых колье 5. Так. Ну, тогда я делаю еще 5 колье. Теперь делаем 5 ножных. Колье у нас остается 5. Давайте так, сейчас еще сделаем их. Секунду. 2. Ну, вот так. И кольца отражения сделаем еще 2. Этого пока будет достаточно. Тем более еще кольцо Мадайна на него надо. Ну, нам по факту не нужны они. Это так чисто, знаете, для коллекции. Но такой дорогой получается предмет. Так что я сейчас сделаю еще 2 браслета. И 2 кольца. Итого у нас 5 ножных получается. Остается 5 золотых колье и 3 кольца отражения. Пока что нормально. Сапоги с пером. Башмаки волшебника. Так, башмаки волшебника здесь можно было делать. Но для этого сапоги роста. Сапоги роста тоже можно делать. Ну, сапоги пустыни. Как оно все видит, тянет друг за другом. Так, делаем вначале сапоги пустыни. 3 штуки. А, у нас сапогов пустыни получается 10. Ну ладно. Теперь сапоги роста. Делаем тоже 3 штуки. Давайте 4.
теперь башмаки волшебника. 4. И теперь, наконец-то, сапоги с пером. 5 штук нам надо сделать. Давайте, кстати, о новых предметах почитаем. Например, про ножной браслет. Браслет, украшенный 4-листным клевером, повышает дух владельца. Сапоги с пером, легкие, как перышко. Повреждение землей. Черный пояс мы читали. Неотъемлемый атрибут любого мастера рукопашного боя. Ну и все пока. Вот так. Посинтезировали. Потратили 200 тысяч почти. Виви, ты можешь что-то учить от новых вещей? Может, я уже видел, что может. От черного пояса ему надо еще гравитацию выучить. Давно надо было, во как. Давно могла бы быть у Виви гравитация. Вот это да. Не заметил, выучим. От сапоги с пером автолевитация. То есть это парение автоматическое будет, если мы включим соответствующую обилку. От сапфира можно выучить волнение. Ну вот, будем учить. Но сначала нам надо, конечно, выйти на карту. Одену пока вот это. Нет, нет. И вот этот навык. Автоматически применяет левитацию в бою. Так, хорошо. Туда пойду через улицу. С виду мы похожи, но характеры разные у нас. Семья бесценна. Я 100 лет не виделся с братом. Ну, самое главное, что вы не три издевателя, как те из замка. Так что, все хорошего тут встречи. А, странные люди крутятся в лавке, да, будь внимателен. Мифриловых доберем, а то я там на них наделал. Гладиусов тоже. Ледяная пика. Пика, сделанная изо льда. Стихийный атрибут лед, негативный эффект замерзания. Для Фрея 20 штук на 48 тысяч. Вау, туда их. Кошачьи когти. Обычные когти, используемые в бою. 19 заверни. Отравленные. Есть уже жезл звездной пыли. Есть исцеляющий жезл. Жезл, восстанавливающий очки здоровья цели. Мы нашли тоже один. Просто он у нас там экипирован, так что 19. Флейта лами. 19. Посох пламени, посох льда, посох молнии, дубовый, вертушка, стеклянный браслет, костяные наручи. Парочку. Плетеная повязка. Повязка на голову повышает силу. Наносимые повреждения землей увеличиваются. Ну, давай. 20 повязок. Повяжемся. Барбют, повышающий боевой дух. 9. Золотой шлем. Шлем, сделанный из золота. Он должен дороже стоить. По ощущениям. Плащ волшебника, жилет выживаемости, бригандина. Надо на PlayStation Бригандину пройти. Ой, какая хорошая пошаговая игра. Очень, очень хорошая. Вот мы говорили об играх. И есть пошаговые крутые игры на PS. Она одна из них. Пластинчатые доспехи. Доспехи, повышающие дух. Закупились. 900 тысяч остается. Принесли вам полугодовалую норму продаж. Теперь посмотрим... Вот от этого ты что-то учишь? Нет, но магическая защита увеличивается. Обычная, правда, снижается. Ну, оденем. Пусть будет плетеная повязка.
понятно, что у нас тут просто связь между магазинами. Пойдем дальше. Давайте зайдем сюда. Чего? Мы забронировали номер за 100 гилей на 3 ночи. Вообще-то комната стоит 100 гилей за ночь. Но я выбрал эту гостиницу, потому что слышал, что цена 100 гилей за ночь. Дорогой, давай просто заплатим 300 гилей, хорошо? Ну, сейчас проходит коронация, поэтому цена 120 гилей. Что? Вы совсем из ума выжили? Устроил он тут представление. Так стыдно, говорит дочь старосты. Я с ней согласен. Тем более, ладно бы там был обычный крестьянин, но староста, пусть из села, я думаю, не бедствует. А если они из деревни Дали, мы помним, чем там промышляют они. Там вообще королевское финансирование идет. Вот стыдоба. Ты тоже так думаешь? Да, тоже так думаю. И ненавижу скупых людей. Что же нам теперь делать? Мы не можем отступать. Сын уже по стопам папы. Что вообще происходит? Я могу поговорить с тобой? Нет, с ним нельзя. Гипполедия отсюда не выйдет. Не испугает в этот раз. Не-не, еще надо наверх сходить. Хочется в часовню скорее, там такой угол классный был. Застанем ли мы его? И Стилскин там самый классный. Так, идем теперь вот сюда. Ранее мы не могли сюда выйти на первом диске. Это пристань. От нее можно отплыть к замку. К сожалению, во дворец сейчас не попасть. Давайте хорошенько ее обшарим. Здесь есть 3927 гилей. А здесь перо феникса. Так, это все. Так. Подшивки надо будет еще вторую реплику у девочки послушать. Не только у этой девушки. Так, а теперь эти ничего не говорят. Новая мини-игра. Хочешь поиграть с нами? За определенное время тебе нужно собрать шарики и отдать их мальчику позади нас. Ты получишь очки и дополнительное время в зависимости от цвета шарика. Желтый плюс 0 секунд и 5 очков. Зеленый плюс 5 секунд и 4 очка, красный плюс 10 секунд и 2 очка. Не покидай площадь во время игры. Так, у нас есть время. Взяли шарик и бежим. Добавляю 10 секунд, у тебя 2 очка, так время идет, пока ты говоришь. Я думал, пока диалог идет, время останавливается. Красный третий раз уже здесь стоит, но вообще, я так понимаю, они рандомно меняются где-то. Позиции свои меняют. Ну да, вот теперь красный здесь. Так как я ранее не играл в эту мини-игру, я не знаю, какой здесь максимальный приз, друзья. Ну, так как эта игра
восстановленная, каких-то там ключевых предметов быть не может. Я так думаю. Ну, а пока Виви носит шарики. Давайте принесем желтый. Можно было сделать дополнительный приз. Ну, это так, просто рассуждение. Например, если ты за игру приносишь все три цвета. Хотя бы по разу. Думал, может, до 100 дойти, но, видно, не хватит времени, чтобы 100 взять. Хотя бы 50 взять. Да ну уйди, еще и с тобой разговаривать можно. Заметьте, они всегда на той части площади появляются. Так, этот шарик, наверное, будет последним. Да, чуть-чуть. Не хватило, получено эфир. Это, насколько я знаю, максимальная награда. Мы вот общались с Артуром, который восстанавливал эту игру. Может быть, если есть у тебя эта информация полностью, Артур, напиши в комментариях список всех наград, которые здесь могут попасться и за какое количество очков. И спасибо огромное, что добавил, привнес что-то новенькое в нашу любимую Final Fantasy. Это, друзья, это можно даже поблагодарить человека донатом за это. Ну вот его ник в комментариях Дитя Терры, я думаю, вы неоднократно видели. Теперь пойдем далее. Руби снова катит на меня бочку. Как мне ее успокоить? Виви, братишка, сделай доброе дело. Какое? Сходи с нами глянуть пьесу Руби. Нам рано сейчас это делать, если мы выберем первый вариант. Мы пойдем дальше по сюжету. У нас еще целая часть города не исследована, карты не играны. Поэтому я хочу еще немножко погулять. Плохо. Я хочу поговорить с Маркусом, это возможно? Видимо, сейчас нет. Потому что когда подходишь... О, можно. Бланк с Руби в последнее время как кошка с собакой. Ну, иногда некоторые диалоги так сложно добыть, потому что еще один шаг и начинается... О, видите, что начинается. Так. Кот на крыше. А котята еще выше. Мой котенок Митин снова сбежал. Я его вижу. Плюс там был еще один кот.
мы помним. «Привет! Ты путешествовал? Я давно тебя не видела!» Такая радостная реакция. «Спасибо тебе, девочка хорошая. Есть у тебя что-то тут хорошее?» Так, тут ничего. Сходим туда, конечно же. Смотрите, на причале один из команды издевателей, похоже. «Понятия не имею, что подавать на стол в честь коронации новой королевы. О, хотел бы я, чтобы тот шеф-повар, который готовил на день рождения принцессы Гарнет, вернулся к нам». А Квинни вспоминает. «Когда-то я был морским волком, но теперь подумываю о том, чтобы летать на воздушных кораблях. Регент Сид, правитель Линблюма, изобрел корабль, который может летать без мглы. Можешь в это поверить? Интересно, смогу ли я когда-нибудь полетать на таком?» Ух ты, хорошо, что-то я ему ответил, да? Ты что-нибудь знаешь о жене регента Сита? Да. Хорошо. Я уже о ней высказывался в предыдущих частях. Нет. Жена регента Сита очень упрямая женщина. А еще очень импульсивная. Такие решения, как она приняла, конечно, учитывая позицию Сида, я думаю, нельзя было делать. Давайте обойдем, посмотрим по кругу. Артемидцы тут. «Я Артемидцей, почтальон Мок Сити. Спрашиваешь, почему я не доставляю почту, как полагается? Не могу сказать. Похоже, есть какая-то проблема. Потому что он сейчас говорит о том, что почту надо доставлять, как полагается, но этого не получается, ни почему-то не делится этим. Стилскин у него спрашивал, что он доставил все его письма, даже переспросил. Ты хочешь купить набор из 3 предметов? Перо Феникса, сильное зелье, эликсир за 777 гилей. Да. Получено перо Феникса, получено сильное зелье, получено эликсир. Спасибо, дружище. Теперь я могу вновь отправиться в путешествие. Я так рад, что мы можем вносить свою лепту в путешествие Стилскина. Правда, дружище. Хорошего тебе путешествия. Можно отдать письмо. Но пока не будем торопиться. Артемидзе только что доставил мне письмо издалека. Давай прочтем его купу. От Могри. «Даже муглы хотят выглядеть прекрасно. Я использовал мою особенную штучку очень осторожно. Ты вряд ли с ней часто имел дело. Но она особенная, Купо». «Ух ты, это письмо от Могри, самого красивого мугла на Земле. Какой приятный сюрприз, Купо». Оно называется «Суета», это письмо. «Отдохнем все втроем с Артемидцем и Стилскином». Так. Забираемся сюда. И здесь, друзья, потянем веревку. Маленький сундучок, в котором сокровища Гипауля, карта Шива, карта Рамух. Две крутейшие карты. Обчистили его тайник. Но теперь уже ничего происходить не будет. Давайте потянем еще веревку 5 раз. 2. Это как, знаете, если, может, как с Зиданом вначале 64 раза потянуть, прибежит Руби из своего театра и скажет, что ты упрям как осел, Виби, и срываешь мне колокольным звоном всю постановку. Thank you.
такое светлое небо над Александрией, а? Тумана нет. Каждый день в городе стало еще светлее, солнечнее. И буквально, и в душах жителей. А вот и две новые карты. Рамух. Я помню, она была такая размазанная по виду на PlayStation. И в самом начале вот эти две зеленые, что там, броши или у него на бороде, ну неважно, заколки. Я думал, что это два зеленых глаза. И представлял это таким монстром с двумя этими зелеными глазами. На PlayStation, кто играет, понимает, о чем я говорю, возможно. Скажете. Ну а вот Шива. Шива навсегда, как написала однажды в комментариях подписчица Freya 17. Так, хорошо. Уровень коллекционера 877, эти карты тоже надо будет прокачивать. Так, а вот еще вот здесь побегать. Окей. Что ж, теперь карты. Теперь карты. Давайте сегодня прокачаем тоже две карты до ранга А. С тех, что я качаю. Но если, конечно, будет получаться, надо сохраниться. Иногда может затык такой зайти, что можно и полдня сидеть и ничего не прокачать. Посмотрим, как будет у нас. И пойдем к тому дядьке, который искал опытного игрока. Он побуждает нас играть, поэтому он будет первым. Так, я не знаю, как это произошло. Интересно, если поиграть с ними еще, можно еще получить эфир. Так можно наколбасить себе эфиров, по 1000 их попродавать. Короче, у кого нет денег, это лайфхак. Эфиры-то по 1000 продаются. Это много. Это действительно много. Так, ты хотел, да? Этот кот никак не реагирует. Рыжий кот. Хулиган я барму. Поехали. Ты бросаешь мне вызов. Я ждал этого дня. Давай, мне надо качать нового дракона. О, сейчас я уберу звуки в картах, да. В следующей игре уберу. Предположим, как-то так. Ряду только нимфа у меня не прокачана. Вот ей будем заниматься. Нимфа. Давайте сделаем пак карт. Дракон, Александрия, Оглоб. Ну и брать просто вот эта карта, из-за нее всегда будет слив. Она настолько слабая. Я уже жду не дождусь, когда она наконец-то у меня прокачается, и я смогу ее не брать. У нее много стрелок, и ее постоянно качать это испытание, потому что ее начинают тут же перехватывать, а от ее огромного количества стрелок исходит комбо на все остальное. Так, ну и если мы играем в карты, в прошлый раз мы говорили про игры от Square. Давайте повспоминаем игры из детства с 8-битки. И я попрошу
каждого, у кого детство было во времена 8-битных приставок, в комментариях написать о своей любимой игре с 8-битки. Я вам расскажу про свой топ-3 любимых игр. Так, кого я ищу? Жабу, да? С 8-битки. На первом месте Battletoads Double Dragon. Это игра, я где-то уже рассказывал. Не помню где. 2000 видео на канале, где-то рассказывал. Сумасшедшее впечатление произвела. Перевернула мышление, и я представлял себя героями из этой игры. Да, и жил, вживаясь в эту роль, в общем, было забавно. И на втором месте это «Черный плащ». Я считаю, это тоже одна из лучших игр на 8-битных приставках. Я в ближайшее время, думаю, пройду ее на канал, потому что я купил пак игр диснеевских с 8-битки в Steam. Там «Черный плащ» есть, также «Чип и Дейл 1», «Чип и Дейл 2», «DuckTales 1 и 2» и «Чудеса на виражах», по-моему. Я бы «Чип и Дейла» тоже на канал с удовольствием прошел, но там надо играть вдвоем. Может кто-то, потому что все секреты там в игре можно раскрыть, только играя вдвоем. В какие-то места невозможно попасть, когда в одиночном режиме играешь. Вот. А «DuckTales» я на канал уже прошел, друзья. И «DuckTales 1», и «DuckTales 2». И DuckTales Remaster, твоя версия тоже есть. Так что приглашаю всех посмотреть, если не видели еще. Так вот. Мы выигрываем, у нас ничья. Какие еще игры поспоминать? Ну, кстати, об этих играх тоже стоит пару слов сказать, которые я перечислил. А, да, кстати, на третьем месте Баки О'Хейр. Это вообще что-то невероятное для 8-битки. Там больше 100 уровней, и они все разнообразные. Как они все это уместили на картридж? Вопрос был. Плюс там 4 разных персонажа, которых можно менять, у каждого из которых свои способности есть. В общем, очень классная игра. Ее тоже на канал обязательно на 100% пройду. Она у меня была пиратская, я помню. А там защита от копирайта стояла такая, что в пиратских версиях была всего одна жизнь, то есть на один удар. Там по факту их много, там персонаж может 3-4 удара выдержать, а даже больше. А у меня, получается, любое касание, персонаж умирал. И были такие сложные моменты, когда надо было пройти с одной жизнью, но все равно я ее проходил всю с одной жизнью. Я заморачивался там месяцами, грыз, и в итоге получалось. Так, дракон. Вот, а теперь об этих играх. Чип и Дейл очень классная игра. Я бы ее прошел, если бы был какой-то компаньон подходящий. Интересно, пробьет или нет, Александрию? Давайте попробуем. Это сейчас была битва титанов, да? Ничего себе, ты забрал две карты, вонючка. DuckTales. Одна из обожаемых игр на 8-битке. Классная, с элементами квеста, там поиск предметов есть, разные концовки есть. Поэтому отличная штука. Жаба. Кстати, обратите внимание, там уже 2100 с лишним побед у нас. Перерыв был сейчас между этими сериями такой, ну, ощутимый, можно сказать, потому что я как раз картами и занимался плотно. О, вот о чем я говорю. Но сейчас рандом просто был благосклонен. А если бы нет, в 9 из 10 других случаев было бы иначе, и сейчас бы мы проиграли. Вот из-за этого я эту жабу просто ненавижу. Я хочу поскорее, чтобы она прокачалась. Самая слабая карта. Самое слабое звено. Я ей сказал, прощайте. Да. «Чудеса на виражах», я там упомянул, еще хорошая игра. Но первым картриджем, который я купил, был
Робокоп 3. Кстати, Робокоп 3 я тоже прошел. Робокоп 1 на канале уже есть. Друзья, с 8 битки много игр. Если не смотрели, посмотрите. Так вот, Робокоп 3 это, я уже говорил где-то, можно описать одним словом, музыка. Вот музыка, кто знает, тот поймет. Забирай эту жабу, чтобы я ее не видел здесь. Так, надо, когда отвоевываем карту, я на реванш беру такие сильные карты все, чтобы точно ее отвоевать, нити не загружаться, а дальше качаться. Даже не осмелился атаковать. Ну, это вполне объяснимо, да. Так. И жабу в итоге сейчас еще не заберем. Не, это перфект. Робокоп первая, третья, ну третья самая классная, первая тоже хорошая, а вот вторая часть на 8 битке мне вообще не нравилась. Там механика такая дурацкая, совсем не такая, как в двух других частях, и мне не нравится. Так. Парк Юрского периода, помните, на 8-битку? Классная игра была с видом сверху тоже. Тоже бродилка такая, поискать ключи, можно по уровням походить. Там был третий уровень с компьютерами, и я долгое время, в детстве, не зная английского, соответственно, понятно, не мог прочитать, что написано, не понимал, как его проходить. Интуитивно догадался, но не сразу, там нужно много компьютеров посетить в определенном порядке. И когда дошло, что так надо делать, то, конечно, классно. Такие моменты. У нас не было же ничего, никаких мануалов, гайдов, интернетов, ничего. Вот кто как мог, так и пробивался. И это было интересно. Так. Ну, я упомянул Battletoads и Double Dragon, и еще же есть обычный Battletoads, классический, и это считается одной из самых сложных игр на NES в принципе, в истории. Есть из вас те, кто проходил? О, мне не нравится сейчас, что произошло. Оригинальный Battletoads, друзья, пишите. Да что ж такое? Опять это... Все из-за этой жабы дурацкой... Идем отвоевывать. О! У карты атака апнулась была. Другая сейчас уже Си. Еще сильнее стала. Это круто. Новый дракон. Да, новый дракон будет, конечно, разрывать, как и вот этот корабль у нас. Давай жабу. Давай жабу. В конце, скорее всего, поставят. Любят такие гадости. Ну да. Надо ставить так, чтобы бой был. Вот так, скорее всего, будет бой, да? Не... Подождите, я не понял. Жаба у нас... Он у нас что-то другое забрал? Я заговорился, друзья. Да, он у нас нимфу забрал. Так, хорошо, сейчас будем забирать нимфу. Давай, нимфу. Вот она, родимая. Да отстань ты от нимфы.
Так, на чем остановился? На Батлтоте. Ну, серия Контра, понятно, даже уже тоже на канале есть и первая Контра, и Супер Контра, и я прошел еще Контру с Геймбоя недавно буквально совсем. Давай тебя. Ну давай. Вот, вот, вот. Жаба такая, да. Влияет на исход боя. В 70% случаев где-то. Когда же я тебя прокачаю, то уже. Знаете, какую еще я хочу пройти игру? А вот не скажу, потому что она такая малоизвестная, на 8-битку на канале увидите. Но черный плащ я тоже планирую сделать в ближайшее время. Я сейчас в него поиграл уже сегодня. Я, кстати, даже ачивки там взял за полное прохождение в Steam. И так очень приятно было. Была такая игра. О, нимфа прокачалась до икса. Ну ладно, это икс, поэтому это не эй. Вообще, после такого надо идти сохраняться. Так хорошо сидим. Буду рисковать и поплачусь за это. Rush Attack называлась. Тоже аркада. Там нужно было проникнуть на вражескую базу в конце. В конце ракету ядерную уничтожить. Довольно сложная. Но опять же, это все вопрос. На 8-битке большинство игр они сложные, но это вопрос техники, которая вырабатывается с неоднократными попытками. Бэтмен. Три части есть Бэтмена. И тоже все три они уже есть на канале. Но вот вторая часть Бэтмена, она по графике, конечно, бьет все рекорды для 8-битной приставки. Реально как 16-битка некоторые уровни. Так. А играли в «Охотники за привидениями» на 8-битке? Там, где непонятно было вначале вообще, что делать. У нас был один чувак, у которого во дворе мама знала там, я не помню, или японский, или я не помню, на каком там был картридж. Ну, короче, она смогла там кое-что прочитать в этой игре. И как-то мы, благодаря ему, начали понимать, что там можно делать предметы, покупать, как на уровни заходить и прочее, прочее. И это прям тоже было. Игра засияла новыми оттенками совсем. Еще пиратская версия Бэтмена, переделанная игра Monster in My Pocket. Игра очень тоже классная. Но я про Monster in My Pocket не знал тогда. У меня это был китайский хак на картридже, и там Бэтмен такой, не очень похожий на Бэтмена, бегал. Но игра интересная была. Давайте, я уже просил вас там написать, напишите свой топ-3 8-битных игр в комментариях. Будет интересно. Вообще о всех таких вещах на чаепитиях надо говорить. Там я не отвлекаюсь на Тетрамастер, так что приходите на чаепитие тоже. Что-то у нас, надо посмотреть, прокачалось, нет, кроме тебя. Но это вот качнулась еще карта, да. Александрия, Оглопы, Жабы стоят на месте. Можно поставить теперь. Ом, как лучше. Давайте сначала вот так. Вот зараза, занял то место, вот этого я и опасался. Ну ладно.
Дракулу. Играли на восьмибитке в Дракулу, но тоже так ничего была игра. Были, кстати, классные игры, я в них потом уже поиграл. Такие, как «Миссия невыполнима», например, довольно серьезные. Так, так, сейчас ничья, да, хорошо, в ничью вышел. На восьмибитке «Джеймс Бонд» по фильмам, в общем. В детстве у меня их не было, это уже так. Я в них поиграл где-то в школе, в классе, наверное, 9-м или 10-м. Восьмибитка еще оставалась, и уже эти картриджи начали появляться. Так, Александрия. Ну, черепашки-ниндзя. Черепашки-ниндзя тоже легендарная штука. С бессмертным Шреддером в пиратской версии. Которого, как... всех во дворе был какой-нибудь дядька, пацан, я имею в виду, который утверждал, что его все-таки можно убить, если долго бить. У нас был. Но убивать его не получалось ни у кого. Хотя он всем рассказывал, что он его убивал. Да, да. Так. Еще была, кстати, интересная игра такая на самолетах. По-моему, называлась 1942. Ну, Топ Ган был. Топ Ган вообще была шикарная для восьмибитки. И по графике, и по геймплею. А вот это такая с видом сверху. 1942, по-моему, называлась. Как-то так. Сейчас мы проиграем. И поэтому сейчас я сосредоточусь на отвоевании Глопа. Русалочку, девчата, признавайтесь, играли в Русалочку? Диснеевские игры, они топовые на 8-битку, очень хорошо проработанные, красочные такие. Ninja Gaiden еще, вспоминается, да. Вещь, надо тоже на канал ее пройти. Но на канал я проходил других Ninja Crusaders называется игра. Можете посмотреть. Еще была игра Joy Mac. Довольно неплохая. Так. Прокачайте уже хотя бы одну карту мне, пожалуйста. Желательно вот эту зеленую, да, чтобы я больше уже к ней не возвращался. С ней так тяжко, она руинит. У меня поражений больше стало, это все из-за нее в статистике. Пока она не прокачается, это неизбежно будет происходить. Играю сейчас в Final Fantasy и думаю, вот бы в то время на 8-битке поиграть в Final Fantasy. Как бы это вообще? Она настолько была не похожа на все, что было у нас. Я думаю, многое, конечно, было бы непонятно, но круто было бы поиграть, круто. Согласитесь, первую, вторую, третью финалки. В те года. Так.
карта неудобная. Карта неудобная, у нас карты плохие остались. Сейчас надо как-то тогда разыграть, чтобы не уйти в слив. Две 200 уже. Побед. Александрия тоже качнулась, последняя цифра, вон 6 стала, смотрю. Была 5. Но она даже до икса вообще никак не может. Вот это Александрия сделала сейчас. Опасно. Опасно сейчас жабу, он, да, ну, понятно. Поражение из-за этого. Хоть бы не уйти в то, что 10 карт заберет. Ничего себе, кого он забрал. И заметьте, это не новая карта для него. Вот это вот больше всего всегда радует. Так, ну тогда здесь надо будет бороться основательно, чтобы вернуть. Кого бы еще взять? Давайте тебя. Давай сюда дракона, вытаскивай его из-за пазухи. Неплохо. Заметьте, третий раз уже, когда я возвращаю отнятую карту, я забираю у него 10. Вот так вот. Он должен сделать какие-то выводы на этом всем. Гонки еще на таком маленьком мотоцикле. Я не помню, как игра называлась. И там был редактор уровней, можно было строить уровни. Тоже это так классно было. Так, ну здесь понятно, нас убьют и так убьют. Вот так, давайте попробуем. А, без шансов. Вот если бы он убил сейчас нимфу. Я хожу по лезвию, друзья. Я так неплохо качнулся, но зачем-то рискую, не иду, не сохраняюсь. За такое обычно платят откатом серьезным назад и нервами. Дракона можно? Начал капать. У меня почему-то не срабатывает автоматический датчик на мансардовском окне, он не закрывается. Ну ладно, сейчас я пока не буду закрывать сам, если прям пойдет, не закроется, но так не должно быть, в первый раз такое. Обычно всегда закрывался. Дракона верни. Так, сражаться, надо сражаться, конечно же, да. Ой, жаба, жаба, сколько я с тобой намучился. Как-то по ощущениям, вот, может, так совпало у меня. Кажется, что карты, которые более сильные, вот как Нова Дракон, они и качаются как-то веселее, резвее и быстрее. А вот такие, как Гоблин, как Жаба, у них совсем туго с прокачкой, не знаю почему. Закрываться.
потом выясним, что там произошло. Как лучше вот так. Вот сейчас звук, наверное, немножко даже улучшиться должен, потому что вообще некий вакуум образуется на моем чердаке. Так. Да, я знал, что даже не станешь соваться, это правильно. Куда тебя засунуть? А, стой тут. Тут, понимаете, если я сейчас перехвачу жабу, то следующий ход его, он ее перехватывает, она делает все своим, и мне уже нельзя будет ее перехватить. Вот это вот проблема. Давайте так попробуем отыграть. Все равно забрал нимфочку. Ой, я набрал не тех карт, ленту я случайно взял. Лента. Нимфу не забрал, а я думал о другом. Значит, сейчас заберем. Новый дракон мне прям нравится по силе. Мощь безусловно, и его мы уже назад не перехватим. Он так походил по-плохому. Сюда. Так, вернули нимфу. Окей. Что еще с восьми битки? Флинстоуны. У кого были флинстоуны? Какая часть? У меня была та, где собирать корабль нужно было по частям там. Я не помню, какая это часть. Да ну что такое? Да ну что такое? Чуть не оставил нас у разбитого корыта. Рискуем. О, этой жабой. Вот если он сейчас ее бьет, повезло, то это было поражение. Подставная жаба, конечно, подставляет часто. Нимфа качнулась, да? 2-0-2, была 2-0-1, нет? Не помню. Один дома еще вспомнилась мне игра. Там, где на диване можно было высоко прыгать.
наверное, один дома два. Тоже проходил всю, но такая довольно непростая. А вот какую игру я еще хочу пройти на канал, и я сейчас скажу о ней. Это одна из лучших, наверное, ну, гоночных, если так можно назвать, игр. Это «Гонки на катерах». Я не помню, как, опять же, она звучит в оригинале. Но там два катера, зеленый и красный. Очень интересно. Там вид есть и сверху, и от третьего лица сзади такой. Ну, в общем, надо ее пройти. Интереснючая. Там тюнинговать можно было катера с разными соперниками, разные трассы. Классная штука. На PlayStation, помню, игра на катерах Rapid Racer называлась, а вот на 8-битку Boat Duel, во! Boat Duel, дай бог памяти, вспомнилось. Вот, вот, если не играли, прям советую. Кстати, я говорил о черепашках, а был еще файтинг. С черепашками-ниндзя там еще был Кизи, Хотхед и Шреддер со своим читерским ударом. Со всем имбовым. Обожаю имбалансность в играх. Ну давай, Александрия все время его ушатывает, этого дракона. Так как-то символично, мол, не нападай на Александрию, ты проиграешь. На королевство, я имею в виду. Ой, как все плохо. Вот так вот, чтобы в сухую не уйти. Мы сейчас были так близки к тому, чтобы потерять все, что мы за эту игру достигли. Я не люблю так. Вот она сейчас хорошо себя применила. Я не смог ее отвоевать и поспешил и всех насмешил, друзья. Все, вот теперь загружаемся. Вот надо было эти сократиться, как нимфа хотя бы X получила. Ну что ж, и такое тоже должно быть. Нельзя сказать, что я буду научен сладким, горьким, сладким, кисло-сладким опытом, потому что я понимал, как бы, на что мы ставим и что можем получить. Риск не оправдался. Ну хорошо, значит, вот на такой несколько грустной ноте мы завершим сегодняшнюю часть. Я сейчас пойду загружусь, потом буду тут со всеми играть в карты. Что-то прокачается, что-то, скорее всего, еще может добудем. Все это покажу в следующей, а сейчас подшивка. Начнем. Подшивки вот такой. Просканируем этого монстра. Чудовище мглы, 19 уровня, 1473 жизни, нежить. Уязвимость к святости. Теперь смотрим другой вариант ответа. О, благородная леди. Как думаешь, принцесса Гарнет будет хорошей королевой? Мы ответили само собой. Нет, мне больше нравилась Бране. Быть может, однажды мы вспомним Александрию времен правления Бране. Хочется вспоминать, чем она закончила. Так, теперь здесь второй вариант. Так. Ну, все не настолько плохо. Спасибо, ты очень добр. Вот что она скажет. У вас не меняется, верно? Верно. Так, ночевать нам здесь негде пока. Мы не узнаем, что говорят, если мы подходим ночевать без гильдии. А тогда давайте узнавать,
что будут говорить, если мы хотим играть в карты без карт. Все. Ловкость рук и никакого мошенничества. Так, идем в самое начало. У тебя не хватает карт. Прости, у тебя не хватает карт. Тебе бы 5 карт сперва начал достать. Откуда вытащили это слово, Артур? С какого словаря? И какое слово вы перевели этим словом? Тебя картишек не хватает. Тебе нужно подыскать 5 карт, чтобы играть. Тебе нужно достать 5 карт. У тебя и 5 карт нет. У тебя картишек не хватает. Тебе нужно 5 карт, чтобы сыграть. Карт-то недостаточно. Возвращайся, когда у тебя будет 5 карт. Как соберешь 5 карт, я порву тебя. Порвал меня даже, когда я больше 5 собрал. Для игры нужно минимум 5 карт. Одолжи одну. Тебе нужно найти 5 карт. У тебя и 5 карт нет? Да у тебя и 5 карт нет. Тебе бы найти 5 карт для игры. Будем искать. Второе правило тетрамастера. Всегда иметь при себе 5 карт. И тут мне захотелось узнать все остальные. Нельзя играть без 5 карт. У тебя карт не хватает. У тебя карт не хватает. Тебе нужно 5 карт. А если я... Ну, я все-таки проверю. Я уверен, что ничего не поменяется, но вообще без карт подойду. У меня 4 есть, они все говорят, что надо хотя бы... Ну, понятно. Вряд ли это... Нельзя играть без 5 карт. Ну да, да. Не влияет. Так, со стражницами нельзя было в карты, если я правильно помню. Ну да. И здесь тоже нельзя было ни с кем. Сыграем, когда добудешь 5 карт. У тебя карт не хватает. Вот это уникально точно. Никто такого больше не скажет. Так, там не с кем. Карт маловато. Дружище, для игры нужно тебе 5 карт. Так, ну пока... А, вот все. Тебе нужно 5 карт для игры, малыш. Хорошо. Со всеми вами мне предстоит сейчас поиграть. Ну а вам предстоит написать о 8-битных играх, поделиться прохождением Final Fantasy 9,
со всеми, с кем еще не поделились. Посмотреть те 8-битные, о которых я упомянул. Ну и прийти на следующую часть. Там будет не менее интересно. Это же Final Fantasy.